Приветствую всех на своем канале YouTube. Воскресенье. Погода отличная. 20-ка на Диген. В городе. Пробежимся по 20-ке. Прохождение нестабильное. То их много, то их мало. Александр Баранчинский. С праздниками, удачи поездки, всем три пока. Да, с праздником, спасибо, до свидания. Радио Ульяна, 3 киловатт, Ольга, дробь-машина, всем прием. Помех больше. Ольга, дробь-машина, всем прием. Роман Василий, 7 Василий, 5-9, оператор Роман. Реки России, прием. Принято, Станислав, спасибо, удачи, 73. Радио Ульяна, 3 киловатт, Ольга, дробь машина, всем прием. Роман 9, это вообще 9 киловатт. И тройка Зинаида, 5-9+16. Владимир, поселок Озерный, на приеме. Слава, на приеме.
Нет, я не спешу и задерживаю, уже 26 лет на пенсии нахожусь, так что 74 года, вот такая слава. Значит, я принимаю вас 5-9 с плюсом, Владимир, поселок Озерный. Почему Озерный? Вокруг поселка 5 озер. Местные говорят, озерной. Но я при въезде в населенный пункт читаю «Озерный», 2. Открываю официальный документ, там тоже «Озерный» написано, не «Озерной». Вот такая... «Озерной». Вот такой прием, нестабильный, на 20-ке. Всем спасибо, до новых встреч, пока.